Ты породила парадигму, открыв всем нам дверь в мир элитарного. Дамы и господа, королева танца Мариуполя Елена Щетинина, звезда первого короткого ролика UA Эмарпиэл. Жисвеля Кольчух, не теряйте время. Скорее смотрите наши видео в YouTube. Страна должна знать своих героинь. Виа Калча. Ключевая идея, лежащая в основе построения концепции, парадигма, фундамент для обобщений и экспериментов. Самоопределение в культурном пространстве, рефлексия, процесс осмысления и переосмысления стереотипов опыта. Культ парадигмы и ОМРПЛ. Эстетика рефлексии. Здравствуйте. Мы главные феминистки Мариуполя. Я металлургиня. А я фотографиня. И мы ратуем за гендерное равенство, феминитивы и бодипозитив. Ты женщина, а не посудомойка. Мужчины, я и сама могу купить себе цветы. Спасибо. Большое спасибо. Душное ухаживание, навязчивость, комплименты на грани фола, неуместные прикосновения и неприличные предложения. Харассмент пугает, харассмент унижает, харассмент вызывает чувство стыда. Хватит. Довольно. Нет силы уже. Мне нужна гласность. В красном от того и прекрасно. Мужчины, не поддерживайте стереотипные шутки о женщинах. Сексистские разговоры в обществе не норма, а распущенность. Женщина должна быть красивой и счастливой. А больше она никому ничего не должна. Вырядилась, накрасилась. Сама виновата. Так вы оправдываете харассмент. Если девушка выглядит на миллион, совсем не обязательно, что она старалась именно для вас. Не смог он, видите ли, удержаться. А увидев дорогой кошелек в незакрытой сумке, тоже будешь распускать руки? Зло должно быть и будет наказано. Всякие, кто возвышает себя, будет унижен. А кто принижает себя, тот возвысится. Здравствуйте. Мы главные в культуре Мариуполя. Хотя бы потому, что разбираемся в современном искусстве. А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима.